Масикл. Вообще много ездить на велосипеде? Очень. Много? Сколько проезжаете за год? За год? Это хороший вопрос. Давайте за месяц. Окей, за месяц. 800 километров. За месяц 800 километров на велосипеде? Да. Сегодня 8 июля, и на сегодня намечено необычное мероприятие. Ночной велопарад. Там занято, да? Нет. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста, правила. Давайте почитайте. Смотри, времени еще середина октября, я уже тут вот. Комаров не боитесь? Нет. Боюсь, что продует бубончики. Человек, который сегодня оказался на велопараде без велосипеда, конечно, очень завидовал всем участникам и считаю, что велопарад удался. Прекрасное настроение, все участники радуются, улыбаются, никаких падений не было замечено, прекрасная организация. Спасибо большое мэру Сергею Собянину за то, что расчистил для нас Москву и строит прекрасную инфраструктуру. Ездите на велосипедах по Москве, прекрасный город, отличная улица. Не обращайте внимания на ремонты дорог. Главное, крутите педали, растите мощность.